Очередной круг вопросов был рассмотрен на расширенном планерном совещании, которое прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. В первую очередь руководители ответственных служб и ведомств доложили о помощи, оказываемой семьям мобилизованных. Ими было отмечено, что с каждой указанной семьей была проведена работа по оценке нуждаемости, всем оказана помощь в соответствии с их просьбами. Далее рассмотрели вопрос социальной газификации домовладений. На сегодняшний день заявки для участия в программе догазификации подали все собственники негазифицированных домовладений. По поручению президента Российской Федерации программа продлена с 2023 до 2025 года, поэтому работу необходимо продолжить. Те собственники домовладений, чьи заявки были отклонены из-за отсутствия правоустанавливающих документов, смогут привести их в порядок и воспользоваться господдержкой для улучшения условий жизни. Размер выплаты в рамках догазификации для отдельных категорий граждан увеличен до 100 тысяч рублей и направлен на оплату работ по газификации внутри границ земельного участка. В ходе планерки также была обсуждена реализация нацпроектов и госпрограмм на территории района. Были рассмотрены и другие актуальные вопросы, а также определены задачи на предстоящую неделю.